І ми зараз будемо спілкуватися з Вадимом Рахлісом, генеральним директором бюро переговорів. Пане Вадиме, ми вас вітаємо. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава. До вас, пане Вадиме, перше запитання – це про ось ці так звані червоні лінії. Росія постійно їх переходить, адже наша сторона говорила, що парад в Маріуполі – це червона лінія. Втім, зараз ми бачимо, що вони активно готуються до нього. Як далі можна вести мову про так звані червоні лінії і чи взагалі існує сенс, адже Росія все одно на них не зважає? Зараз ми маємо нагоду почути президента нашого Володимира Зеленського, що він з приводу цього сказав, і вже ми продовжуємо з вами спілкування. Режим припинення вогню – це не значить, що буде припинення вогню, і російські війська залишаться там, де вони зараз стоять, і так воно і буде, такий заморожений конфлікт. Ми не підемо на заморожений конфлікт. Я прийшов в президенти, коли був Мінськ-1, Мінськ-2, були відповідні документи, які порушувалися, значить, я можу відверто сказати, що це були несерйозні документи. Тим не менш, були домовленості на папері. І це був в тому чи іншому виді, це був заморожений такий конфлікт. Я проти, тому такого документу у нас точно не буде. Ми зараз не виходили з Мінську, з нього вийшов 24 лютого Росія, російський лідер, сказав це публічно, і вони почали військову операцію, хоча ми розуміємо, що це війна, повномасштабне вторгнення. Ось, і тому вони вийшли, і більше в таке болото, дипломатичне болото, Україна точно не піде. От, власне, як ви можете прокоментувати те, як Росія, конкретно Кремль, конкретно Путін, ставиться до цих червоних ліній і постійно порушує ці домовленості? В даному случае я полностью согласен с Владимиром Зеленским, нашим президентом. Хотя, кто меня знает, я всегда говорю, высказываю свою мысль откровенно. И если не согласен, я так и говорю. Замороженный конфликт делать нельзя. Но я хочу вернуться к переговорам, которые ведет украинская группа с российскими представителями. Данные переговоры не могут сейчас быть переговорами о каком-то мирном договоре. В этих переговорах должна звучать лишь одна мысль – вывод российских войск с украинской территории. И только после вывода всех войск может начаться процесс о заключении какого-то мирного договора, то есть об окончании войны. Я не согласен с господином Даниловым о том, что надо требовать у России капитуляции. Это нереальное требование. Россия не пойдет на это. Значит, вопрос, зачем это требовать? Это все равно, что в 1943 году, после Сталинградской битвы, Сталин бы требовал от Гитлера безоговорочной капитуляции, когда еще много территорий захвачено было фашистской Германией. Поэтому капитуляцию России требовать нельзя, а надо выставлять условия полностью освобождения территорий, вывод российских войск. И только потом приступать к переговорам о мирном договоре. Это первое. Второе, есть такие вопросы, которые можно задать там, и предыдущей власти, почему договор о дружбе и сотрудничестве с Россией был прекращен только в 2019 году, и почему дипломатические отношения были разорваны только в начале войны, когда, в начале войны 22 года, а не в 2014 году, когда по-настоящему эта война началась, и были захвачены наши территории. Что хочет Россия? Россия хочет одно из двух. Либо коридор в Крым, южные наши территории и Донбасс, это понятно, а потом и всю Украину захочет через несколько лет. Либо вторая Белоруссия, то есть протекторат в лице Януковича, Медведчуков и прочей нечисти. То есть ни один, ни второй вариант нам не подходит. Поэтому украинская группа переговорщиков не должна выходить из переговоров, чтобы не показывать миру, что мы не хотим договариваться о прекращении военных действий. Мы должны добиваться полного вывода российских войск с украинской территории на этих переговорах. Пане Вадиме, також вчора президент України звернувся до генсека ООН Антоніо Гутерріша з проханням посприяти у вивезенні з Азовсталі усіх поранених. І ми бачили до цього, як
важко проходили перемовини щодо останньої евакуації з Маріуполя. І враховуючи, що зараз розпочинається вже така друга фаза, як ви вважаєте, чи допоможе нам Антоніо Гутеріш та ООН домовитися з окупантами про вивезення поранених та цивільних? І загалом, як можна домовитися про це? Я хотел бы в это верить, но, к сожалению, не верю. Потому что с террористами договариваться очень трудно, а с российскими террористами практически невозможно. У них кремлевская школа переговоров, они выходят на переговоры для того, чтобы обмануть. Даже с Хамасом в Израиле можно как-то говорить. С россиянами при нынешней власти говорить очень трудно, и надо рассчитывать на то, что они обманут. Еще раз хочу повториться, да, как в предыдущих наших с вами интервью. Пока мы не начнем отвечать ударом на удар не по мирным жителям российским, а по месту пуска ракет и по аэродромам, мы не победим в этой войне. Потому что как только мы начнем отвечать, мне говорят, что нет у нас оружия. Белгород, аэродромы военные Белгорода, Ростова, Курска находятся в 100 километрах, а то и меньше. Наше оружие, наши ракеты долетают на 120, минимум. И надо отвечать, особенно то, что было этой ночью. Я нахожусь в городе Днепр. Около нас 500 метров был взрыв ракеты. Одну сбили, одну не сбили. Были жертвы, были скорые и так далее. Надо тут же, на следующий день, отвечать. Известно, откуда пущены ракеты. И на фоне этого вести переговоры. Террористы обычно, они трусы. Это без исключения. Даже если они фанаты. У российских террористов нет ничего святого. А российские террористы это сейчас весь и вся власть, и весь российский обдуренный народ. Поэтому пока мы не начнем отвечать, мы не победим. Это мое мнение. Хотя я переговорщик профессиональный, и я бы хотел, чтобы переговорная группа, неважно, кто там будет в переговорной группе, не хотят брать профессионалов, не хотят брать советников, это дело власти. Но важно, как идет направление переговоров. И требование должно быть одно – вывод российских войск с нашей территории. А ми можемо пригадати якісь конкретні випадки в історії, доволі такі там останніх десятиліть, коли Росія була змушена сідати за стіл перемовин, коли розуміла, що програє в воєнному сенсі. Можливо, це чеченська перша кампанія, так звана перша чеченська війна. Можливо, це останній період Афганістану. Ну, смотрите, я хочу вспомнить Грузію, коли російські війська вирішили пойти на Тбілісі. І всього лиш кілька, да, кораблів НАТО і пару заявлень і срочно повернули під выдуманным предлогом и вернулись на свою территорию. Да, это яркий пример того, что Россия боится силы. И ну, что касательно всех других участий России, пока оппонент не покажет зубы, пока не покажет адекватный ответ, Россия все равно будет психологически воздействовать, психологически и физически. То есть ракет у них достаточно, ракет неточных, которые просто они запускают на украинскую территорию, которые попадают в жилые дома, уничтожают мирных жителей, инфраструктуру. Кончится тем, что вся инфраструктура Украины будет уничтожена, в том числе и железнодорожная. Ну, я не понимаю, почему мы не можем действовать так, как Израиль, и почему мы не можем отвечать пуском на пуск. И это не понимают многие. Плюс переговоры ведутся, мы выдвигаем требования, которые невыполнимы. То, что я слышу из официальных источников. Мы не можем требовать у России капитуляции. Это невыполнимая идея, это правильно, но это невыполнимо. И переговоры не должны, я как профессиональный переговорщик говорю, переговоры не должны, мы не должны смотреть в конечную цель, мы должны смотреть на конкретную встречу. Мы должны действовать тактически. И каждая переговорная встреча – это решение конкретного вопроса вот сейчас на этой встрече. Это вывод российских войск с территории, это гуманитарные коридоры, это, да, затягивание времени, чтобы успевать, как и Россия, перегруппировать силы. У них уже нечего перегруппировать, у нас есть. Почему, да, они хотят провести парад в Мариуполе? Потому что они захватили часть Мариуполя,
И теперь они что хотят, там то и делают. Мы не смогли оказать помощь. Почему? Это вопрос не ко мне, это вопрос к военным экспертам, это вопрос к военным администрациям и к тем, кто должен был помочь. Ну, я, например, не верю, что нельзя было оказать помощь защитникам Мариуполя. Пане Вадиме, і ви в своєму виказуванні згадували за кремлівську школу переговорів. Що це означає? Чи це якась книга, тренінг по переговорів, які ведуться, зокрема, з боку Російської Федерації? Взагалі є кілька школ переговорів. Ізраїльська, американська, японська, азіатська. Да? І є така некая кремлівська школа переговорів. Кремлівська школа переговорів гласить, що представители этой школы всегда выходят на переговоры. Я просто знаю, я в свое время до войны был и в Санкт-Петербурге, где зародилась эта школа. Всегда представители этой школы выходят на переговоры. И основная цель переговоров в кремлевской школе не сближение сторон, а затяжка времени. Даже если будет мирный договор, даже если Россия и представители кремлевской школы переговоров хотят о чем-то договориться, они тянут время, чтобы скопить силы, чтобы обмануть, чтобы сделать выгоду, чтобы выгода была только одной стороне. Это не вин-вин, это не оксфордская модель, это не модель Джима Кэмпа, сначала скажите нет. Это чисто модель кремлевской школы переговоров с выгодой для одной стороны. Поэтому эту школу переговоров не воспринимают серьезно ни одна европейская и азиатская страна. Поэтому и в свое время было сказано, да, что договоренность с представителями кремлевской школы переговоров, а ее предпочитают только в России, в Беларуси, еще в нескольких странах, особенно там, где правят диктаторы, особенность обмануть, затянуть время и обмануть, не выполнить свои обязательства в даних договоренностях. Як вам особисто ідея переформатувати спецслужби українські, зокрема службу зовнішньої розвідки, що вона набула таких рис, як ось ця служба зовнішньої розвідки Ізраїлю, Мосад? Це дуже хороший підхід. В своє время у мене брали інтерв'ю один із українських каналів, ну, не буду називати некоректно який, да, це була серія передач про Мосад. Як идет отбор в данную организацию. Могу только сказать, что первый отбор идет вообще как по объявлению в газете, когда просто набирают людей, и люди проходят общий курс. И только потом начинается отбор. Людей отбирают по многим критериям, и критерий возраста не самый главный. Да, то есть определенные направления. Есть и Кидом, да, это боевое направление Масада. Есть люди, которые именно коммуникаторы ведут переговоры. Есть аналитики. Есть много различных подразделений. Я считаю, что это подход Масада, это наиболее правильный подход, даже более прогрессивный, чем подход к набору сотрудников ФБР и обучению. И если нам удастся, да, а некоторые наши чиновники ездили в Израиль, и я в этом помогал, да, то есть если нам удастся создать не второй Масад, не надо, да, с условиями, с учетом условий тех, которые есть у нас в нашем менталитете, украинцев и нашей страны, с учетом условий нашей страны, это, и мы можем сейчас создать такую службу, и используя консультантов и специалистов, и новейшие технологии, которые также можно при сотрудничестве с Израилем использовать. И, ну, я этим стараюсь заниматься и предлагать определенным нашим силовым структурам. Мы можем создать очень серьезное подразделение за короткое время, которое сможет помочь предотвращать вот такие войны и вот такие нападения. А до речи, британская МІ-6... секретна розвідувальна, таємна розвідувальна служба, вона якимось чином може Україні, на вашу думку, допомогти розбудувати такі спецслужби новітні? Адже ми знаємо, що відносини між Києвом і Лондоном зараз досить міцні. Конечно, может, потому что МІ-6 тоже очень серьезная служба, как и ФБР. Это, ну, три основные, да, лидера в мире – Масад, МІ-6 и ФБР. Ну, в Европе, честно говоря, я таких служб не знаю. Я знакомился
на обучении со многими спецслужбами, ну хотя бы в общем, наиболее профессиональные, вот это МИ-6, это ФБР и МОСАД. Ну и я ставлю, да, наверное, МОСАД выше. Пане Вадиме, і щодо американської розвідки, кажуть, що американська розвідка допомагає Україні вбивати російських генералів. Загалом розвідувальні дані про пересування та розміщення підрозділів російських окупантів, які Сполучені Штати Америки надали ЗСУ, дозволили українцям і атакувати, і вбивати багатьох російських генералів, як вже ми зазначили. Як, на вашу думку, працює зараз американська розвідка і як ми з нею співпрацюємо? Ну, мне трудно комментировать данную ситуацию. Я думаю, что сотрудничество идет достаточно тесное, но создание вот такой службы, о которой мы с вами говорили, в Украине, даст возможность непосредственно на нашей службе проводить такую разведку, да, и даже без помощи американских спецслужб и спецслужб Великобритании. Хорошо, что идет сотрудничество, но, к сожалению, у нас нет такой службы, которая может действовать самостоятельно. Но я считаю, что при помощи специалистов, профессионалов, которые есть, я готов в этом принимать участие посильное, мы можем создать в течение, я не знаю, полугода такую службу. Ну і наостанок, пане Вадиме, хотіли б запитати про російські спецслужби. Чи особисто ви бачите, там, з огляду на ваш досвід, чи Росія трансформує власні спецслужби під час оцих воєнних активних дій, тому що нові виклики і, очевидно, можуть бути також нові реформи в них? Дело в том, что, ну, насколько я знаю, да, из той информации, что я владею, специалисты, которые были в России, основные контрразведчики, они уже не в России, они уже не на стороне России, они уже за рубежом. И те, кто остались, я не думаю, что они смогут составить конкуренцию новой украинской спецслужбе или подразделению, не спецслужбе, а подразделению, которое может создано быть при активном участии наших, наших партнеров. А благодаря господину Лаврову, не поднимается язык такое сказать, да, на этого человека, так называемого, Израиль становится нашим союзником и, я надеюсь, будет давать не только гуманитарную помощь, но и оружие, да, и военных экспертов, которые смогут обучать и помогать, в том числе и в создании такой спецслужбы, после того, как после известного всем выступления Лаврова, не буду его повторять, ненормального. Человек просто не в адеквате и не человек. Не хочу просто эмоционально об этом говорить. Пане Вадиме, спасибо, что нам рассказали про такие деликатные вещи, как спецслужбы, и как мы можем разбудовать власні спецслужбы.